За инху сонгуулаар хүлээгдэж 21 ноября в Монголии выборы местной власти. При этом на двух избирательных участках должны состояться перевыборы в Великий государственный Урал. К ним особое внимание и избиратели, и средств массовой информации. Но по сообщению Центризбиркома, перевыборов в одной из префектур не будет. По заявлению Центризбиркома, одновременно с местными выборами повторные ВГХ пройдут только в префектуре Баянзурх. Комментарий главы ЦИКа. Выборы в префектуре Сангын-Хайрхан тоже были официально назначены, а затем также официально отменены, потому что ожидается решение суда по двум спорным кандидатам. По данным Главного управления госрегистрации, на местных выборах должны проголосовать 1 862 000 избирателей. Подготовлены 2,5 тысячи счетных машин для голосования. По данным Центризбиркома, за информационно-технологическую часть на местных выборах будут отвечать 2,5 тысячи человек. В избиркомах будут работать более 16 тысяч специалистов. Отвечать за порядок 2,5 тысячи полицейских. Энхтувшин Нимбаяр, Аист, Монголия.